Поздравляю с победой, во-первых, и вот эта игра, такое ощущение, сложилось легче, чем предыдущая против Север-Запад, когда 2-1 победили. Это из-за удаления голкипера или другой какой-то фактор сказался? Спасибо за поздравления. Ну, не знаю, как-то вообще немножко другой характер игры, она более открытый, счет это показывает. И до удаления голкипера был, так что не думаю, что дело в этом. Ну, я бы не сказал, что она легче, просто какой-то такой более бесшабашный характер игры, и Север-Запад мог забить тоже, получить преимущество 2 мяча, и нам было бы столь же тяжело, как и им. Казалось, что сегодня Северо-Запад проваливался, когда столб получал мяч или кто-то на силовом дриблинге врывался там. То есть действительно на индивидуальные действия сегодня больше упор делали? Нет, ну на индивидуальные действия только с учетом столба, потому что просто молодые ребята, им сложно с этой антропометрией что-то поделать. И это был такой утилитарный стиль. Мы сегодня сделали больше всего длинных передач за весь турнир. То есть, ну это просто, да, это установка. Ну, вот таким образом форвард в полуфинал вырвался. Для тебя это какая-то неожиданность? Может, задача минимум, задача максимум, или вообще такими категориями не мыслишь? Сложно сказать, все зависит от жребия, на кого мы пойдем, а это зависело от выступления в регулярке. Там вот люди за игровку играли на январских, мы следили, потому что, ну, то есть все так ситуативно, зависит от соперника. Но этого соперника мы могли проходить и прошли, я считаю, по делу. Следующая у вас волна, что скажешь по этому поводу? Ну, мы опять перестрелочку постараемся устроить. Все, спасибо.